В эфире Радио Теос. С 19 до 20 часов по московскому времени мы вещаем на частоте 11650 кГц в диапазоне 25 метров. Ну вот, мой маленький друг, ты слышишь знакомые колокольчики? Конечно, это сказка. Устраивайся поудобнее и слушай. Вот лесные колокольчики зазвенели, но история у нас сегодня городская. Да-да, хотя и пушистая. История про коврик. А нашла я ее в книге Елены Люкмановой «Небесные лучики». Давай прочитаем. В коридоре у самой двери на полу лежал коврик. Однажды поздним вечером он пожаловался обуви, которая стояла рядом. «Ну что у меня за жизнь?» Тяжело вздыхая, говорил коврик. «Вы везде ходите, бегаете, много знаете, а я все время лежу на одном месте. Да еще каждый день меня чистит пылесос. А это так щекотно, что невозможно терпеть». «Напрасно ты расстраиваешься». «Напрасно, напрасно».